когда уйдет со школьного двора, под звуки нестареющего вальса. Учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи, и снова расставайся, когда... Господь Бог лесу не уравнял, так и людей, так и разные. Ну, гляньте, как у меня елочка красивая. Что вы кажете, елка? А, у меня алтарь полядет. Я на столя стоит. Ну, тут уже, вон там еще Маруся. Ой, хорошая. Три раза в день и четвертый раз у костеля. Ага. И за добродеев. И ты попадешь в мою в добродеи. Ой, добрый, и твои я дети. Я так молюсь, и мои молитвы помогают. Дякую вам, что вы будете молиться. Вот это большое дело. Мои молитвы на том... Я еще вам вырезала. Вот это вот самого Иерусалима, опаленное огнем неугасимым, который огонь вот сходит. Вот это ты мне это... Оттуда вам привезла, там купляла в Иерусалиме, это вот отдадите у костеля посвечешься, может там, в общем, распорядитесь, как Бог вам мыслит. Так, ну, вот это свечечки с самого Иерусалима приехали. А я, слухай, Гена, даже прокладаю, что ты дала. Где-нибудь, да, где болеть, да, я, да, прокладаю. Да, 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 это же на гробе Господне надо. Ну. Я же специально ткань, у меня там ткани еще дома не было. Там ткани, которые там я укладала. Все же надо зарабить, порезать, людям разбрать. А послушайте, что... Хай я живу, это вот тут. Хороший это класс. Там у меня алтар. Там мне... все это... Есть. И там и крыжики, и матка, и все это. Все есть. Там алтар. А помню вашу пару штук. Я у вас была, помню вот... О, все правильно, диванчик, ну, все тут красиво, так... что вы хотите. А это песня передастю у костюма, тут есть Валентинов день скоро. Валентине, да и кожный, кто же дает счастье, да, в любви. Да, Валентинов. Слушай, что ты дала мне, что сын давал Гену такую с нотами, о, я все отдала Гену костюм, и теперь Рудович играет там на любых... Да, вот, да, да, твое. Ты что привозил, такую вот толстую тогда спевню, много мне польский давал. Спевник толстый. Ну, короче, буду молиться. Это все вот там, у костёла, это детские песенки, может, быть, детками будет разучивать. Ну, а, и знаете что, ваша Галя приедет, мать Ивовская, Фатерская, бо у нас была. Тут есть песня, как ваши разучили. Что я на тут понагодила? Это хай будет, вот вы возьмите и вспомните. Да не, это ты такая богатая. Ой! А я, багато, а я той, кто гроші має. А, як пан Єзус у Бутці завжди жив. А, і я, що, да, я, да, думав, да, що в мене п'ять дячей, ну, троє дячей, п'ять онуків і п'ять правнуків. Так кожному, що дай, і мені там... Я нема нічого, та, дякую Богу, що я ж кому давати. Ой. Так ну, от Маті Фатімська, от є пісня. Там ваші ноти знають, от? Я только, Виталик, я не помню, знаю, только куплет припев. Тебе верим мы, мати с Фатимы, тебе верим. Добро, Рудович, это знаю, что. Мати с Фатимы. Ну. Вот это вот композитор, девушка, которая пишет. Ну, добро, то мы спорим еще. Да, на три. Да, треба исти уже, да. На три. Ну, все, не хочется поехать. Я думала, у тебя один сын, так и что и другие. Да, постаралась еще. А чему-то я не знала, что старый это. Старые же, они все двое внуков. Два внука мальчика. Вот, Доминик. Один Доминик. А Доминик же святые. Ну, и костел есть святого Доминика. А второй Давид. Второй Давид. Псалмы Давида. Любим читать его. Назвали Давид. А моя, так это... А я не замыкаете хату, просто накидываете так. Не, ну вы все почти что выглядаете. Правда, ну. Ай, я ж не могу даже по хате ходить. 81 год. Ой, это еще немного 81. 91. Какая курица. Мне кажется, закапывать. В одном глазу глаукома, в другом катаракта. Глаукома неизлечимая. Кто породил операции, ну, по 10, по 12 миллионов увалили небо. Бесконечным кажется, ура! Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок.
первая любовь, звонкие года, лужа голубых стекляшки льда, не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда, не повторяется, не повторяется. Песенка дождя катится ручьем, шелестят зеленые ветра. Ревность без причин, споры ни о чем. Это было будто бы вчера. Первая любовь, снег на провода. Что эти светлые воспоминания еще долго будут с вами, и вы не будете забывать о школе и о своих школьных годах. Спасибо. Особенно приятно было лететь на крыльях в нашу дорогую школу. Мы все увидели друг друга, какие мы красивые, какие мы счастливые. И сегодня у нас никаких бед, никаких проблем, все у нас замечательно и хорошо. И я хочу сказать, что сегодня вот первая суббота февраля – это день всех выпускников, и по всей нашей республике Беларусь такие же выпускники оставили все свои дела, все заботы, дома, семьи, проблемы и приезжали в школу, чтобы встретиться с юностью. Ведь именно школьный дом, он был всегда теплым и уютным. И именно здесь у нас были такие маленькие-маленькие проблемки, там двойку поставили, это было до того, пока ввели 10-бальную систему, двойка была страшна, а потом, когда 10-бальную ввели, что единица, это тоже уже было нормально, ну и все страхи школьные, они ушли куда-то на задний план. И всегда, когда встречаю с бывшими учениками, люблю их, ценю, уважаю и обожаю, потому что они всегда побеседуют, рассказывают о себе и очень довольны. Поэтому я и подготовила для вас такое послание приветствия для выпускников, которых учила. После школы, как вольная стая, разлетелась вся ваша семья. Где встречались вы снова, не знаю. Но ведь это не важно, друзья. Но ведь память о прошлом хранили вы, о горячности ваших побед, о возникших в стенах старой школы крепкой дружбы минувших лет. Вы пошли по широким дорогам. Пролетели незаметно года, и вы стали постарше намного, у иных отросла борода.
Но изменились вы только внешне. И собравшись опять за столом, вы друг друга узнаете, конечно, и любимую песню споем. Пусть дни вашей жизни, как волны бегут, я знаю, что счастье вас ждет впереди. А рукой том зрелость и радостный труд, и жаркое сердце в груди. Ну, а еще раз вот сказали воспоминания, поэтому я решила, что вам преподнести духовный музыкальный подарок. И он посвящается женской половине. Вот даже поднимите руки, у кого дочерь, посвящается дочерам выпускников, выпускницам дочерам и ученицам дочерам. И вот эта песня звучала на каждом выпускном вечере, может быть, кто и помнит. Поэтому я и позволю себе в короткой форме. И в этой песне выражено и пожелание. Дочери, дочери, взрослые дочери, выросли вы невзначай. В детстве вам матери счастье пророчили, прочь отводили печаль. Только бы не были вы одинокими после разлуки утрат. Часто мужчины вас любят не строгими, в жены лишь строгих хотят. Дочери, дочери, взрослые дочери, нежим мы вас, как детей. Только бы жили вы, взрослые дочери, лучше своих матерей. Нас наша молодость, годы военные, долго ждала, заждала. Видно, поэтому очень нам хочется видеть счастливыми вас. Дочери, дочери, очень нам хочется видеть счастливыми вас. Вот. Половина, половина, низкая половина. Я желаю всем выпускникам, пусть добрый Бог вам даст здоровья побольше и жить подольше. Будьте счастливы все! Святым оставлю.
вот, памятую мне, что это было. Я вспомнила, это мои такие воспоминания. Потому что Станислава же говорю, так текало в его предмет. Мы еще разом соромились и боялись, что-нибудь такое, шпаков не родили. Добрый мы пошли такие у нас. Там в Дании скоро было, и рад побоялся. Это рогатый бастион, экономичный, что я себе обидеть буду? Боюсь, я коровы. Но я не проминула, не даю. А ее там сказал за счет, вот я запомнила его слово такое. На том, что жить я запомнила, он сказал, главный муз – это выйти удачно замуж. Я говорю, ну, разумный, потому что не знаю, правильно, ну что муз, выйти удачно замуж. Мы все стараемся выйти удачно замуж. Понимаете, как? Для девушек выйти замуж. Ой. Химию помню, не хотела тоже, коровья мне там, тогда сюда. Химия проклятая, формула горшкатая, окисами облитая, фуртаедолитая. И вот такое вот. А помню, у нас там Лопан Александр Иванович скажет, Юхович, тебе химия произведена на первом месте, учи химию, что ты с вами думаешь? И правда, слушай, тебе пришлось обучиться, и наиперше, что мне потребовало, было это химия, и сдавать все, просто я проговорю. Вот. Добро любила я, любила белорусскую литературу, белорусские предметы. Ну, да, конечно, потому что я тоже еще в детстве начинала трошки писать верши, там это все такое вот романтичное. И по памяти у меня недобро, как наставница поминала за озеро. И каша, вот будем учить верш. И я вот все житие вспоминаю, детям рассказываю, на знакомым своим, так изъявляется, он тут все просто учили. Ну и пошли мы на озеро, и учили такие верши. Стою над озером весной, и все спалито тишиной, гляжу во рим, а ниже ракит, и огрозь гайдается блокит, не то под колер василька, не то под очи языка. Я уже не буду, потому что займу шмат часа, что захочешь люди сказать что-нибудь. И вот это вот у меня там озеро, но все, Волмянское, это озеро стояло в очах. Так вот было приятно, приятно вспоминать. Я еще, ну, ты часто ведаете, что так все стараешься, что мы шмат читали. Мы с библиотеки не влазим. Библиотека Волмянская была чудовничная. Столько было книг, все это мы читали. Все понравилось. Белорусская, русская, замешанная литература. Вот. Ну, и Евгений, конечно, преподавала у нас Русович Елена Дмитриевна русскую литературу. Конечно, каждый из вас скажет, что русская литература – это такие объемы, это классика. Русская классика – это ее поднять. У тебя часы, более для мужчин, у тебя первый час, так сказать, в эту войну и мир, где половина французской моря, уже взрослые шкалы, более ничего не разумеют. Где что-то такое примерно, что ты разумеешь? Наставница старалась нам все дать. Поэзия, русская поэзия, помню, роман в стихах Евгения Онегина. Надо было выучить отрывок из этого плана, да? Ну, я, конечно, любила литературу, у меня по литературе было отлично. Я помню, первая из класса выучила этот отрывок, а он длинный такой, понимаете, тяжелый. Все в классе вздохнули. Я вышла, рассказала этот отрывок, а Елена Дмитриевна говорит, все хорошо, но никакой интонации, никакой выразительности нет. Я тебе ставлю вот четверку. Все так. Ну, четверка, но заслуженная. Я вот помню, что я запомнила этот отрывок. До сегодняшнего дня я его, конечно, не знаю читать вам. Дома, но если захотите, то помните. Потом, позже. Короче, она нас учила на примерах литературных героев. Вот это было здорово. Она должна все в моей жизни находиться. Конечно. Это вот так, такой вот воспитательный процесс был. Понимаете, это было очень здорово. И вот такие воспоминания остались. Помню, конечно, директора школы, вы знаете, была такая дисциплина в школе, что его настолько уважали, директора. Я сразу потом учителя, это было святое дело. Если шел директор, была тишина. Ученики проходил директор, была тишина. Никто не галдел, никто не шумел. Он никогда
кричал там, срывался. Нет, такого не было, никто этого не видел. Но был порядок, уважение. Ну и я часто этот отрывок. Конечно, Елена Дмитриевна, спасибо вам за то, что вы... Онегин, я тоже моложе, да? Я тоже так была. Я любила вас. Ну что же, что важно? Что важно мне нашла. А плюс у нас да, бабка вспомнил взгляд холодный, где-то проповедь, ну классный, я не виню, тот страшный час, вы поступили благородно, вы были правы предо мной, я благодарна всей душой. Я плачу, если ваши дани не забыли до сих пор, то знаете, колбы с вашей холодной строгой разговор. Когда в моей лишь была власть, я предпочла победной страсти эти письма и сигналы из моих младенческих летал. Тогда имели бы хоть жалость, хоть уважение к летам, а лучше что? Какая наглость ваш прила к моим ногам. Как с вашими чувствами умолкли, и чувства мертвого работают. Ой, а счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинали, молила мать для бедной Тани. Все мои жребии равны, я вышла замуж, вы должны. Я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и год, и прямая честь. Я вас люблю, живу вам, но я другому отдала, и буду век, и буду верна. Татьяна в том плане, и нам Елена Дмитриевна учила нас нравственности, в том плане, что вот эта ее верность, она любила другого человека, но она сказала, она вступила в брак, и все, вот эта верность меня поражала. Но я другому отдана, и буду нет, ему верна. Ведь это ж настолько глубокий смысл этот. Спасибо, я плохо говорила. Так, я в шоке говорю, никогда не хочу. Ну, ты вдвоем, нас мало на мультимешках. Я еще на коленку руку себе, так сказать, пошкодила, ну и приехала. Надо ехать. Мне надо великого увидеть. Ну, в общем, все нравится, спасибо вам. Ну, о себе что о себе? Что то я о себе? Ты лучше скажи. Ну, живу, живу, как люди, и все, потихоньку. Давай. Ну, скажи, что не Я в Волманянской школе училась только 2 года, но за эти 2 года было самое такие вот запоминающееся время, запоминающееся. Дружный класс, как-то все друг друга уважали, любили. У нас 9-10 класс у нас было 19 человек. Да, 19. Вот было больше. Самые такие воспоминания и учителя. Что забыла, я извиняюсь. А еще очень вспоминаю Леонтию Васильевну. Помню. Знаете, так было ее, урок невозможно было не учить. География и все такое. Интересно. Но что самое страшное было то, что она настолько женственная, настолько она, ну, само божество, вот она приходила в класс, и нам девчонкам хотелось на нее похоже. Она такая прекрасная. И вы знаете, когда мы что-то не знали, и кто-то не знал, мы переживали друг за друга. Потому что, когда этот человек не мог ответить, она краснела. Вы понимаете, она краснела. Такое свойство не мы краснели, а она. И это нас убивало. Вы понимаете,
понимаешь, и совесть мучила, что мы готовы друг другу были подтолкнуть, ну ты ж не подмотри, потому что ну что это такое? Ну, в каком плане? Ну все, я извинюсь. Спасибо. Thank you.
поле. Я помню, с этим так нравится. Так я думаю, я бы то я пропущу, да хоть попробую. И это мне нравится, подбираю эти песни, и спеваю, и все, и это. И думаю, и это я молитвы, думаю, нет, костёла то я не кину. Не кину. Ну, добро. Ну, добро, дай Бог. Спасибо, дай Бог вам. Не вторая каша сзади. А может не ваш? Нет, это Мурка. Мурка. Все, друзья, я не докатал. Все, я.